Всем привет из Висбадена. Сегодня покажу очень вкусный завтрак из трех яиц, ну три бутерброда, если мы сделаем. Значит, нужно три яйца, три куска хлеба. У меня вот позавчерашняя булочка еще такая есть, тоже хочу проэкспериментировать. Немножко подсолнечного масла, зеленый лук, соль, черный перец, пару креветок. Болгарский перец можно, это на вкус уже. Можно и не это, не употреблять. Такие три маленькие пиалушечки, чтобы разделить яйца. Белок от желтка. Пиалушечки мы смажем немножко маслом, чтобы желток не повредился. Такое масло хорошенькое. Ну, любым маслом подсолнечным, там, оливковым. По пару штук на каждый кусок хлеба. Креветки, гарнели. У меня вот сауди. Такие вот. Их можно разрезать еще раз пополам. Так, режем, значит, мелко зеленый лучок. Креветки вот такими кубиками. Вырезаем в хлебе квадратик. Вот такой вот квадратик вырезаем в каждом куске хлеба. В таком большом, такой, например, не квадратик, а ну, любая форма, это не важно. Примерно та форма, что булочка или кусок хлеба. Если он квадратный, значит квадратный. Если круглый, значит круглый кусок. По сантиметру остается. Отделяем белки от желтков. Желтки лягут вот в эти пиалушки, смазанные маслом. Я ее снимаю и делаю так, что получается тут нет у меня своего режиссера. Так, отделил три желтка. Белок, значит, смешиваем с этими креветками. Сейчас режу зеленый лучок. Ну так, мелко. Сейчас покажу. Ну вот примерно таким макариком. Зеленый лук. Добавляем туда соли. Щепотку соли. Черного перчика. Черный перец, креветки. Зеленый лук. Так. И можно добавить немножко болгарский перец, совсем чуть-чуть. Но это на вкус уже. Тут можно вместо лука добавить петрушку. Можно вариантов таких напридумывать, что мама не горюй. Все это немножко перемешиваем.